Развитие страны в условиях современных вызовов обсудили в Москве победители конкурса «Лидеры России». Клуб «Эльбрус» провел традиционную встречу «Завтрак с наставником». Проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Участники пообщались с депутатом Госдумы Владимиром Васильевым. Такие мероприятия позволяют в неформальной обстановке поделиться опытом в той или иной сфере и, конечно, задать интересующие вопросы спикерам. Сейчас очень много изменилось с чем? С тем, что у нас появились свои национальные интересы. Всякое объединение общества, народа, решение жизненно важных задач, объединение открытое, заинтересованное, с участием власти, пандемия, спецоперация, привело к тому, что рядовой человек может стать героем.